друзья, всем привет! Один мой хороший знакомый еще в прошлом году купил себе вот такую вот китайскую мордушку. Несколько раз ей попробовал попользоваться, у него ничего не получилось. Ловил он там одного-двух мальков и забросил ее. В этом году я увидел у него ее в гараже и предложил ему ее модернизировать. Уверен, что и некоторые рыбаки обжигаются вот от такие вот мордушки, они же мордой вершит. Поэтому я решил ему ее сделать, чтобы она была уловистая. Ну и заодно вам покажу, как это легко сделать. Некоторые рыбаки, как и мой знакомый, после покупки сразу же ее хватают, едут на берег, привязывают веревку, забрасывают, что абсолютно неправильно. Обратите внимание, что здесь вот такая вот узкая горловина. Чтобы ловилась рыба, она должна стоять вот так вот вертикально. Рыба заходит и попадает вовнутрь. Если она ляжет у вас на бок, соответственно, рыба уже ткнется и туда не заходит. Поэтому нам сейчас нужно сделать, чтобы она всегда была в одном положении. Самое простое это сделать, допустим, привязать к двум краям две веревки и распирать ее на тычке, на стоке. То есть надо будет заходить в воду. Для того, чтобы такую мордушку закидывать либо с берега, либо ставить с лодки, ее нужно немного модернизировать, и поверьте, тогда она заработает и будет отлично ловить рыбу. На днях отлил вот такие вот скользящие грузики. Отливал я их для кружков на щуку. Но использую их пока что на эту мордушечку, а себе налью новых. Также потребуется еще два поплавочка. Главное, чтобы они были большие, хоть из пенопласта, хоть из другого материала. Еще раз повторюсь, при забросе вот эта вот горловинка должна быть вертикально. В любом случае, как бы вы ее ни кинули, то она должна вот так вот вставать, чтобы рыба спокойно туда заходила вовнутрь. Поэтому с одной стороны нужно будет эту мордушку подгрузить, привязать грузила. Тут даже вот есть такой вот шовчик. С другой стороны привязать по краям поплавочки, и она у вас заработает, поверьте, как надо. Грузики и поплавки буду привязывать обычной толстой леской. Это у меня, по-моему, 0,5. Получается у меня, вот если идти по этой зеленой ниточке, раз, два, три, четыре, пять. Пять грузиков мне надо будет вот на эту вот мордушечку. Привязывать буду к каждому колечку. Итак, все пять грузиков на месте. Вес их примерно 20 грамм. Я тут на глаз их заливал. Теперь остается с другой стороны привязать поплавочки. На этой мордушке с другой стороны также идет зеленая вот такая вот ниточка. Поэтому тут тоже уже ошибиться невозможно. Как вы видите, входные отверстия будут 100% вертикально у вас стоять. Поплавочки тоже на месте. И в таком вот исполнении эта мордушка у вас заиграет уже новыми красками и будет ловить не только несколько живцов за сутки, а будет неплохо набиваться даже хорошей крупной рыбой. Как вы уже догадались, снизу вот эти грузики, они делают баланс, и она у вас будет работать как Ванька-встанька. Как бы вы ее ни кинули, грузики упадут на дно, поплавочки, если что, выровняют. Соответственно, любая рыба, которая туда заходит, уже точно попадет вовнутрь и назад уже никак не вырвется. Еще один небольшой совет для таких вот китайских мордушек. Прикормку, приманку, наживку закидывать надо не просто вовнутрь, а именно брать женский колготочек, в него набивать, завязывать и уже в таком виде туда забрасывать. И она у вас никуда не денется. И будет удобно ее там добавлять, вытаскивать, ну и так далее. Вот такая вот, друзья, очень простая, но эффективная модернизация, которая пригодится абсолютно любому, кто хочет порыбачить или уже рыбачил на такие вот мордушечки. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то моя информация была полезна. Всем пока и до новых видео.